А вот нормально, все? Все нормально. Хохлы не лезут шибко? Да нет, не лезут. Нет. Но. А вы тебе стреляете? Стреляете их нахуй? Стреляем, на. Ну бей, заменяет там нахуй. На. Но. Ага. Так-то тебе что еще нового? Ты нихуя. Ты наплю курим. Кого тут еще делаешь? А тут вообще ее, прикинь, нет. Да? Ну, ну один раз там ополченцы угощали. Понимаете, да. Сейчас все можно делать, что хочешь, я тебе отвечаю. Мы тут машину угоняли, ебать, аудюху разбили. Аудюху разбили? Да. Газель нахуй угнали. Десятку угнали, пятнашку угнали, нахуй, движок на ней кончили, ебать, прокладку должен. Или магазины обносим потих. Я скорее бы нахуй съебаться уже оттуда заебал, что меня это Украина нахуй. Ничего не говорят, когда. Ну что-то в мае говорят. Тупаков-то много видел. Ну нормально, на. Видел, как человека нахуй мину на куски разрывает. Как? На куски разрывает. А, ты прям такой стоишь, что он такой идет, и на мину наступил, да? Не, как мы, короче, съебывались на хулет. Обстреляли, короче. Мы давай, короче, отшагивать. Ну, пешим переходом отшагивать. Ну, там окопчики были, такие небольшие. Мы хули с окопа забегали, бежим, хули в другой окоп падает. Этот пацанчик хули в окоп запрыгает. Да прямо бина на нахуй. Ебать. Нахуй. Ноги руки повылетали, ебать.